Они поехали побеждать. Молодые, яркие и талантливые. Активисты Мордовии в очередной раз доказали свое лидерство в молодежном содружестве Приволжского федерального округа. «Метеор» — это место для творчества, образования, креатива, музыки и открытий. Семь направлений форума дали возможность участникам проявить себя в волонтерстве, медиа, науке, бизнесе, руководстве и не только. «Метеор» собрал 1200 участников, 65 из них — представители 13 региона. Представители молодежи Мордовии везде ходили с флагами, гордо скандируя имя родной республики. Хедлайнерами форума стали популярные российские исполнители. Они заряжали сотни участников на победу, дарили ощущение праздника. В первый день форума региона Приволжского федерального округа представили шатры делегаций. Внешне и внутренне они отражали культурную и национальную идентичность региона. Шатер Мордовии занял первое место в номинации «Лучшее выставочное пространство». Еще 6 побед республике принесли участники конкурсных интеграций. Ирина Суконкина, Народные новости.